Вітаю в ефірі першого міського інтерв'ю дня у студії Владислав Новіков. Сьогодні поговоримо про кращу дитячо-юнацьку футбольну школу та тренерські здобутки, тобто номінації. Говорити будемо з нашим гостем сьогодні. Це Валентин Платонов. Він отримав номінацію кращого дитячо-юнацького тренера нашої області. Доброго вечора. Добрий вечір. Давайте одразу ж про найцікавіше. Що за номінація така? Як вона здобувається? Ну, це номінація ежегодна, яка від обласної федерації дається там тренерам. З некоторых пор там начали делать такие награждения ежегодные, вот, и буквально как 5 лет проводится. Дается тренеру за заслуги, как бы, годично, за целый год, вот, за достижения его команды, вот. В этом году моя команда стала чемпионами Украины, и, ну, я думаю, что это повлияло, как бы, на результат этот. И мне вручили, к сожалению, я не смог там присутствовать, потому что заболел в данный день. Вам передали. Да, вместо меня получил другой человек, и номинация. Ну, все равно было очень приятно, удивительно, потому что обычно дают областным тренерам, ну, там, за победу в чемпионате области и так далее. Ну, вот наша победа в чемпионате Украины повлияла. Ну, це така дуже вагома номінація, так? Кращий тренер області. Ну, да, конечно, приятно. На всякому случаю, дуже так серйозно. Тим більше, я не перший раз, ще в 2016 году отримав таку ж номінацію. Зараз другий раз, как бы, вообще очень, как бы. Якісь схожі нагороди вже були у вас? Ну, вот тренерські – нет. Такого ще не було. Тобто це перша така? Ну, вторая. В 2016-м была первая. Ага, тобто вже була така? Да, такая же, да. Ага. И вот в 2018-м вторая. Угу. В том году я претендовал на лучшего тренера взрослого футбола, но не получил основную награду, был только в номинации. А в этом году опять на детского и опять получил. А взагалі, як давно займаєтеся футболом, як ви потрапили в цю стихію? Ну, футболом займаюся 7 лет. Мой первый тренер Барсуков Виталий Семенович, как бы, я сам родом с Кривого Рога, 44-го квартала. Вот, как обычно, тренера раньше ходили по школам, собирали детей, призывали ходить в спортивные секции. Вот, и футбольный тренер пришел, пригласил, говорит: мальчики, приходите все в дюшачки. Вас это зацікавило, так? Ну, да, во дворе же играл в футбол, как бы, и выделялся там уже на тот момент. И пришел, остался, и сразу меня тренер увидел, как бы, я даже выступал долгое время за ребят на 2 года старше играл, потому что, ну, был такой крупненький мальчик большой. Вот. И потом, как вы решили заняться тренерской деятельностью? Ну, закончив карьеру футболиста профессионального, 3-4 года там из-за травмы, вот, закончил и не видел другого пути, как заняться дальнейшей деятельностью. Да. И вот, и как раз я получил травму, я работал в футбольной школе «Арня», и президент мне сразу предложил стать детским тренером. Там я проработал 3 года. Який вік дітей ви тренували тоді? Ну, я сразу получился, что у меня 2003 год, я набрал. Это были детки там, ну, такая была сборная сначала сорти соляночка такая, 10-11 лет. 9-10-11 лет, да. И вот с этого возраста начали, и вот до сих пор я эту команду тренирую, им уже в этом году 16-летние они. Тобто вони з вами з 11 років? Да. Приблизно так? Уже 6-й год пошел вместе. І ось за цей період доросли до того, що зайняли перше місце на Україні? Да. Ми в тому году виграли чемпіонат України, першої ліги. Первое место, там своеобразные рекорды там установили такие. Что за рекорды? Забили 135 мячей в группе за 18 игр, это такое тоже. Потом мы за весь год не проиграли ни одной игры, ничего не сыграли. То есть официально, когда играли, вы постоянно выигрывали? То есть у нас 22 победы в текущем чемпионате, и мы никому не проиграли, в том числе и финальный матч. Це прям така аномалія статистична. Ну, да, ну, можна так сказати, що я так вважаю, команда, ну, просто ці діти заслужували так виступати класом вище, як і вище ліги. От то, чого ми добились в цьому году з школою. Вот, і, ну, нам прийшлося першу лігу отак от незаметно пройти. Ну, це велика, мабуть, велика праця, щоб такі плоди були.
Да, не програти. Это, ну, не только тренера, это и касается и самих футболистов, и их родителей, потому что это такая ответственность, посещение тренировок, там, я не говорю уже про учебу, это естественно. Доверие и родителей, и самих футболистов к тренеру, и тренера, и также тренера. Вот. Ну, такой год был тяжелый, но удачный, а победа не всегда только, ну, приносит одни только положительные эмоции. Як реагували ви, коли, ну, ви, ваша команда та родичі дітей, коли ось такий здобуток був у вас? Ой, ну там довго по полю ходили, кричали, фотографувались, радувались. Сенсація, мабуть, така була. Ну, это не то, что сенсация, не сказать так. Прям мы стремились это и понимали, что мы есть фаворитами там в турнире, но все равно мы не имели права на ошибку, и мы ее не сделали, и вот это порадовало очень еще. А потом, кстати, через буквально там 3 часа, когда мы сели в автобус и уже уезжали с города Конотоп, где проводилась финальная часть, через 2 часа уже все были без эмоций, спали в автобусе, то есть эта радость прошла, и как-то... Втомилось, самым будет уже так. Это и родители, и тренера, и сами футболисты, то есть это такой труд прошел, емоції утихли і вже розуміли, що треба готуватися далі. Як от готувались до цього? Якісь, можливо, цікаві історії, щось кумедне, чи, мабуть, якісь перепони були на вашому шляху до цієї? Ні, ми так групу свою дуже легко пройшли, обіграли всіх без варіантів в команді. Я вже говорю, 135 м'ячей забили, тобто в середньому 7,5 м'ячей за матч забивали. А вот потом у нас уже там стыковые матчи были, нас так немножко потрепало нервы, там Свита Херсон, такая команда неплохая, вот, нас там удивило, мы когда играли в Херсоне, там такое специфическое поле своеобразных размеров, звыкнуть треба было, да, далеко, так. И так, ну, не присущее нам, как бы нам тяжело было нашей команде играть, но все равно вот, выстояли, выиграли, как бы. Команда, коли здобуває перемогу, вона не розслабляється? Ну, заставляємо цього не робити. Буває, звісно, буває. А як? Все. Що ви говорите? Ви пояснюєте щось? Звісно, це об'яснення, це, ну, їх завжди потрібно тримати в тонусі. От, якщо у мене, от, які старші ребята, ці 16-літні, це вже добре розуміють, то є за довгі роки там роботи. От, ми якби з цим довго не боремося. Там надо кого-то на место поставить и так далее. Тем более в команде конкуренция очень хорошая, и все понимают, что каждая игра, ты можешь завтра уже не играть, если не будешь себе относиться правильно. Вот с малышами это уже другое дело. Там уже... Какие там проблемы? Там могут взлететь, опустить, ну там все по-разному. Там пока еще маленькие, на них так такое воображение гуляющее. Но тоже с ними очень интересно работать. Специфика чуть другая, но интересно очень тоже. Мы вот буквально приехали до Нового года, ездили на турнир международный во Львов в первый раз с 8-летними детками. Заняли там 3-е место, бронза, это такой хороший был для нас тоже старт. Как бы. С 9-річним? Ну, им было еще в том году 8 лет, это 2010 год рождения. Вот. Они тоже так порадовали. Это непоганый такой результат. Да, да, я как бы честно надеялся так, чтобы там не ударить лицом в грязь, а еще мы в призерах оказались, еще могли и первыми стать, но немножко не сложилось. Ну і як, якщо ось бувають якісь конфлікти, зірки з неба, як пояснюєте, з ким говорите, з батьками чи з дітьми? Чи... Ні, прежде всего з дітьми, звісно. Вот, родителям тільки довожу інформацію, щоб вони вдома там об этом поговорили. А так з дітьми розговорюємо, но тьфу-тьфу, поки у старших такого не вижу. Там є некоторі екземпляри, но ми вже з цим давно поработали, завершили, как бы. І як готуєтесь, як взагалі відбувається тренування? Ось приходять підлітки, діти, що далі? Якісь плани, цілі на день, на тиждень, щось таке є? Ну, по маленьким діткам, звісно, це, наприклад, я на неділю розписую цикл, там якийсь тренувальний такий. Ну, він у них поки самий такий простий. Ми розвиваємо там технічку, розвиваємо координацію, це найголовніше поки у дітей. У взрослих там вже більш масштабний тренувальний процес, але там теж і
Я, например, подхожу к нему ежедневно. То есть сегодня мы провели тренировку, завтра я уже смотрю, планирую только на завтра. Такого, чтобы там на месяц, такого нету, конечно. Единственное, что ты планируешь там сборы какие-то в течение там какого-то времени, там весной нужно их провести, съездить на турнир там в определенное время, вот такое. А сам тренувальний процес там це така ежедневна робота. Є якісь особливі фізичні вади, щоб сказати, ось це ідеальний футболіст. Тобто це повинна бути дуже велика швидкість, чи, мабуть, техніка, чи щось, стратегія. Ну, може бути разнообразно. Ну, зараз, звісно, в футболі пріоритет це скорость в нашому сучасному. Швидкість головне. Ну, є багато футболістів, які компенсують скорость там своїми правильними діями. Думает быстрее и так далее, техничнее немножко, где-то повыносливый. Ну, у каждого своя специфика, каждого футболиста. І от який характер гри, взагалі які риси він виховує, це якісь риси, які кожному спорту присутні, чи це щось інше? Ну, в основном, да, это спортивные, которые все спортсмены все воспитывают, это дисциплина, это Целеспрямованість, мабуть, так? Да, целеустремленность, жажда победы, ну вот это такие качества, которые плюс, ну, постоянно себя держать в тонусе. Ну, это и есть, наверное, та же дисциплина, потому что вот с учебой напрягаем наших детей, как бы. Заважає футбол взагалі життю, тобто виконанню домашнього завдання, чи, мабуть, просто навчанню в школі? Ну, любой вид спорта, я думаю, это потому, что такие житевые, да, мабуть, ну, ты тратишь на это время, там, может быть, футбол более такой, так сказать, ну, хотя не скажу, что там более утомляемый, чем легкая атлетика, бокс или еще что-то другое, смотря как к этому сам подходит человек, сам ребенок, подросток и так далее, вот. Есть такие, что, у которых хорошо развита самодисциплина, там все в порядке срока есть, конечно, такие легкие разгильдячки. Ну, это уже от нас, от тренера, родителей. Да. Ну, прежде всего, конечно, это родители, а и тренер – это как вспомогательное звено. Якщо твоя дитина бігає з м'ячем постійно, тому що це найпопулярніший вид спорту, як зрозуміти, варто його віддавати на футбол, чи це просто якесь дворове захоплення, якісь можливі риси? Якщо він все время бігає з м'ячем, якщо він вдома б'є дзеркала там і так далі, то, мабуть, його треба відвести на футбол. Випускати енергію, да, в тому місці, де потрібно. Да, обов'язково спробувати. Тобто гарантії нет, що кожен з них, звісно, стане там футболістом, хоча б нашої вищої ліги України. Ну, спробувати можна. Звісно, обов'язково. Ну, ми от, маючи досвід міжнародних турнірів, їздили на турнір в Вільнюсі, там був Ювентус італійський, там з тренером спілкувалися, у них 98% мальчиків ізначально дається футбол. А потом оттуда уже не там становятся, грубо говоря, там оперными певцами там, и так далее. Вот. А изначально все, ну, у них культ футбол, это культ, конечно. И там уже они сами с собой отсеиваются, понимаем, там, мальчик походил, может походить 2-3 месяца на футбол и понимаешь, ну, сам, даже маленький, что там он отстает от детей, даже вот тут он видит, что там у него не получается, они доходят сами. Вот так постепенно, к 12-13 годам вот этот отсев происходит такой естественно. И вот как зрозуміти, коли дитина опускає руки, чи це їй насправді не подобається, чи це просто треба підтримати, сказати, у тебе все вийде? Як ви це розумієте? Нет, буває таке. Ну, якщо у мальчика в футболі видно задатки, наприклад, ну, він сам по себе такой может быть спокойный, или в силу возраста он может пока стесняться, грубо говоря, там играть. Есть такие шалопаи, что сразу бегут там и трещат стены там. На зубы. У них все хорошо, да. Есть такие, ну, это подход уже, это уже... Вот это индивидуально? Как раз, да, это как раз миссия тренера, так сказать, все это. Це місія тренера чи батьків? Це тренера вже. От іменно специфіку футбольного видіти, це тренера, звісно. А батьки що повинні казати дитині? Вони повинні з тренером общатися. Взаємодія така, да, командна. Звісно, да. Потім вже передавати вдома своєму сину все це. І який вік, з якого віку можна віддавати хлопчика на футбол і коли вже це пізно? У нас набор с 6-летнего возраста, то есть со школьного возраста ребенок идет в первый класс, он уже может приходить к нам в школу Кривбас на футбол. Вот. Ну,
возраст нельзя сказать, когда поздно. Много было случаев, там и в 16 лет начинали с горных лыж футболисты, известно, занимались горными лыжами, потом стали футболистами и играли за сборную. То есть тут такого нету, можно, бывает и 18 стартует. Наверное, 18. Да, конечно. Ну, конечно, это лучше так, в процентном соотношении это... Вот в 13 лет это уже тренер должен видеть в мальчике что-то такое, что понимать, что он может. Ну, наприклад, від чого залежить ось 15 років і 18? Чому в 18 він може прийти грати? Щось у нього розвинуте? Ні, він може просто не ходити на футбол, ходити на другий вид спорту. Паралельно там займатися футболом, грати там. Якісь навички вже, да, якась база. Он може там з друзями грати в футбол, там, не говорю, що там во дворі, там какое-то, как хобби у нього може бути. А на самом деле у нього что-то є. А потім раз прийшов і побіжав. Все. Дев'ятирічним дітям, як їм зрозуміти, що таке футбол, що таке командна гра, як ви з ними говорите на цю тему? Ну, в 9 лет я пока еще, например, специфику такой сильной командной игры мы им не ставим. Там уже мы пока, вот в 9 лет именно индивидуальными качествами очень сильно нужно работать, пока им нету таких запретов, там, не отдал пас, или там, не увидел, там, или ты там неправильно сыграл, там, а хотел. Главное, чтобы ребенок проявлял инициативу и, ну, двигался, ну, в полном смысле слова. Постоянно был в движении, постоянно желание у него было играть в футбол. То есть вот это самое главное. А командные действия они потом воспитываются уже более позже. Від бажання в футболі багато залежить? Очень. Это, наверное, желание, это 90%. Доставим 10 на талант. Ну, мабуть, є якісь у вас кумири, так скажемо, ті люди, історії, якими ви захоплюєтесь. Є такі люди? Ну, да, у мене кумир, поки я грав в футбол, от Зінін Зідан був завжди. От він зараз теж став, він і тренером успішним став. Дуже. Ну, а чому саме він, що... Ну, не знаю, специфіка ігри його, він грав на моїй практичній позиції, так сказати. На тому, той же, ну, от, воно ближче було к... Как бы и человек золотой мяч вернул. Ну, это вообще был такой харизматичный футболист, лидер постоянный. И, есть... Ну, как вы вважаете, справедливо он закончил свою карьеру, чи ні? Ну, уже возраст у него подошел. Там была какая-то история, так? Ну, на чемпионате мира там головой ударил, да, матрасы. Ну, где он потом еще как бы поиграл. Ну, все равно уже все когда-то заканчивают. Як вас знайти, щоб віддати свою дитину на футбол? Що треба при собі мати? Скільки тренувань в неділю? Ось такі подробиці. Нас можна на сайті Федерації футболу знайти, там є наше об'явлення з телефонами тренерів. Вот. Тренуються, маленькі діти тренуються 3 рази в неділю, це до 13-літнього возрасту. Угу. Вот. Ну, там в зависимости от возраста, там 11-12 лет, есть 4 раза в неделю тренировочки. Угу. Вот. А дальше уже ежедневные тренировки. 6 дней в неделю взрослых ребят, которые и более старших, и двухразовые тренировки даже в день. Угу. Ждем всіх желаючих, приводите на футбол, будемо смотрити. Я бажаю розвитку вашій справі і надалі розвивати вашу команду, щоб більше було таких нагород всеукраїнських і, мабуть, світових. Спасибо, будемо старатися. Дякую, що завітали. Нагадаю, сьогодні у нас гостем був Валентин Платонов. Він отримав номінацію кращого дитячого юнацького тренера нашої області. До зустрічі. До свидания.